Большинство выпускников бакалавриата специалитета вечернего и заочного отделения юридического факультета РУДН получают дипломы о втором высшем образовании. К выбору еще одной специальности и вуза, где ее будут приобретать, выпускники подошли вполне осознанно, как говорится, взвесив все «за» и «против». Еще одно образование, оно дает какую-то ступень для развития, для карьеры. Это во-первых. Во-вторых, значит, для самого себя. Для меня это очень много значит, потому что юридическое образование дает возможность понять, как работает государство, государственные институты, общество, так сказать, как нужно общаться, правильно строить отношения. Поэтому для меня это ступень, еще одна ступенька в своем развитии, поэтому считаю, что это очень интересно и важно. Что вуз действительно с именем, я изучала статистику, так сказать, среди работодателей, каких вузов выпускники ценятся в данной отрасли, естественно, в юридической. Ну и, собственно, после некоторых раздумий выбор пал на РУДН. Долго не думала. И правда, РУДН занимает лидирующие позиции в национальных рейтингах вузов России. По итогам 2011 года Российский университет дружбы народов на четвертом месте. Выпускница юридического факультета Александра Лудуб ориентировалась не на рейтинги, а исключительно на свой личный опыт. Первое мое образование – это был экономический факультет, финансы и кредит. После этого образования я устроилась работать в Большую четверку аудитором, и работаю сейчас в KPMG. Это одна из крупнейших аудиторских фирм во всем мире. И всего этого добиться мне позволило именно образование в РУДНе. Поэтому я решила поступить сюда на второе высшее и закончить здесь также еще юридический факультет. РУДН еще и лидер в области научных публикаций, исследований по числу кандидатов и докторов наук. Именно профессорско-преподавательскому составу выпускники выражают слова благодарности за полученные знания. Я очень доволен и признателен университету, преподавателям, потому что все-таки это не только мое мнение, но и на работе отмечается очень высоко, так сказать, квалификация специалистов, которые закончили наш университет. Вот. И я убедился, что действительно квалификация преподавателей дает возможность намного лучше разобраться во многих вопросах, учитывая их опыт работы, их и жизненный опыт, и опыт работы преподавателей, все это дает возможность лучше понять науку, которую изучаешь. Совмещать учебу с работой сложно, но многие из сегодняшних выпускников факультета успешно справились с непростой задачей и получают диплом с отличием. Когда цель поставлена и ты хочешь до нее дойти, то нужно это делать. Поэтому, собственно, мы это сделали. В настоящее время из 1300 вузов, обучающих юристов, Ассоциация юристов России аккредитовала 86. Это решение было принято 20 июня 2012 года в Счетной палате Российской Федерации на заседании по общественной оценке качества высшего юридического образования.